Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Jeff the Killer против Slendrin. Ну что ж, давайте сделаем первый взгляд. Тут можно выбрать либо же за Jeff the Killer играть, либо же Slendrin. Давайте за киллера сначала поиграем. Идем дальше. И, ребятки, поддерживайте лайк. Ух ты ж, какой ты страшный. Нифига себе. Поставь лайк, иначе он приснится тебе в страшном сне. Да ладно, я шучу. Ну, лайки очень круто поддерживают. Надеюсь, ты меня поддержишь, в общем. Очень сильно это надеюсь. Так, а как открывать? Он еще не хочет открывать у меня двери, гребаную дверь. Ну, открой, пожалуйста. А, вот, все, на F, я думал, на E. Так, что такое? О, боже мой, какие звуки страшные. Кто это там? Это Слендерина. И кто кого выкрит? Я вижу Мишутку. А, я должен мишек собрать. Это пока что первый мишка. Ух ты ж, блин, ведьма. Гребаная ведьма, пошла в жопу. Нафиг, иди отсюда. Хера себе, это страшная. Вот она, Слендерина. Ух ты, нифига себе. Она меня больно бьет. Да умри ты уже, пожалуйста. Так, о боже мой, это жуткая, страшная игра, ребят. Мы еще здесь не были. Она за мной прямо идет. Прямо за мной. Боже мой. Это просто дом ужасов. Давай, иди ближе ко мне. Она, кажется, испугалась меня, свалила. Да, открой, пожалуйста, дверь эту. Да, не закрывай ее. Да, иди ты нафиг. Умри уже. Боже мой, я тебя уже убивал один раз. Все, кажется, мы ее завалили. Так, а тут какая-то кровать. Больше ничего нету. Валим. ХПшки восстанавливаются, это... Я доволен, я рад. Нам нужно всех мишек собрать, да, главная цель. О, боже мой, вы это видели? Смотрите. Я, кажется, О, бог ты мой, мы видим глазницу. Мы видим челюсть. Какой же ты страшный. О, боже мой, так еще страшнее. Ух ты ж, нифига себе. Можно посмотреть, что у тебя в мозгу. У тебя нету мозгов, ты пустышка, ты просто пустышка. Зато у тебя есть язык. Интересно, что ты им делаешь. Он такой грязный и противный язык. Ладно, валим. О, боже мой, я весь вымазанный. Нужно аккуратнее есть и пользоваться томатным кетчупом. Так, что у нас такое? Ничего тут нету. О, боже мой, или это кровь? Нифига себе. О, боже мой. Лучше не смотреть на него. И то в кошмарном сне приснится. Так, где остальные мишки? Мишуты. Мишка, выходи, я тебя спасу. О, тут какая-то клетка есть, смотрите. Тут есть клетка, я пока туда не могу попасть. О, вау! Нифига себе! Смотрите, какое мачете! Вовремя, как вовремя! Я даже заднюю убил, смотрите! А это круто! Я даже в тебя не цель... Нифига себе, вот это, мне кажется, бабушка самая страшная. А из того, кто тут есть. А вот Мишка спрятался за туалетом. Сколько тогда нам мишек... Ох ты, блин, хрень какая-то. Маленькая хрень. Вы видели? Боже мой, разработчики очень страшную сделали игру. Знаете, мне она понравилась. Я люблю страшилки. Но это очень жуткая страшилка. Боже мой, вот так посмотришь, да, на этого чувака и думаешь, охренеть. Может быть, это Джейсон Вурхис, да? Может быть, это лицо Джейсона Вурхиса. Ну вот оружие крутое, оружие мне понравилось. Видели, она даже дальнего бьет. Она почти ко мне не может подойти. Я, по сути, издалека ее бью. Блин, только я не попадаю по ней. Все, три удара, готовое. Хорошо, что я взял мачете, хорошо, что я ее нашел. Может, мы где-то пропустили мишку? Ах ты ж, блин. Да, она за мной идет. Да умри, умри, кыш. Надо еще за Слендерина попробовать поиграть. О, нормально. Надо сразу найти это оружие. И уже будет проще проходить игру. О, можно наверх. Можно попасть наверх. О, в прыжке просто ее убил. Так, ну неплохо. Неплохо сделали разработчики игру. Мне, в принципе, понравилось. Она очень жуткая и страшная. То, что я люблю. Так, тут больше ничего нету. Так. Да умри ты. Так. Что такое? Гребаная тварь. Она кусается, я ее не вижу. Четыре мишки, в общем, уже есть у нас. Они все идут и идут, идут и идут. Да когда же это закончится-то? Так, ну что у нас здесь? Телефон.
Можно позвонить? Боже мой, я вижу свою челюсть, когда вот так иду. Ладно, идем дальше. Кстати, можно бежать еще можем, я не знал. А присесть можно? Можно даже присесть. Ах ты, блин. Кстати, удобно вот этих бить. Да сдохните вы, твари. О, какая прекрасная музыка. Сделать мы ничего не можем. О, вид от первого лица. Хотя мне так больше нравится. А катана другая, когда от первого лица другая катана. Или мы что-то другое уже взяли. А как я сделал вид от первого лица? А, вот. Так, смотрите, какое-то мачете вообще по-другому меняется. Смотри, так мачете у нас. Если сделаем вид от первого лица, то у нас совсем другой меч. Что это такое? Почему так? Это очень странно. Ну, ребят, ну реально, вот разработчики... это типа прикол? Да ну нахер! Слендермен! Боже мой, тут даже Слендермен есть. Кто все эти люди? Просто комната ужасов. А какая-то, может, веревку надо взять? 8 Тедди надо найти. Ну это, конечно, прикол. Так мачете, так катана. Так мачете. Хоба, катана. У нас как будто бы два разных оружия. Хотя, может, как-то можно менять, нет? А, вид от первого лица, ребят, намного удобнее, сразу говорю. Я думал, Слендермен будет посложнее. Его всего лишь два раза ударить надо. Сдохнет, тварь. Закрыто. Закрыто, ребят. Надо что-то нам найти. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давайте наберем 300 лайков. Еще поиграем в эту игру. Или я похожие игры попробую найти. Так, ну шкатулку мы не можем взять. Наверное, нам куда-то вниз спуститься. Так реально удобнее смотреть. Потому что мало ли мы что-то могли пропустить. А, я так понимаю, возможно 5 мишек, когда я найду. Да сдохни ты уже, тварь. Я смогу сбежать. Я только что тебя убил. Боже мой, ну ты и страшная. Офигеть. Очень страшная женщина. Девушка, или как тебя там назвать еще можно. Так. Тут ничего нету. Самые противные это вот эти мелкие, которые в ноги тебе бросаются. Вот это ужас, какие противные. Так. Мишка, выходи. Где ж ты? Мишута. Тоже закрыто, блин. А где я ключи буду брать? Я еще и прыгать могу. А зачем мне это все функции нужны? Мне кажется, вот эти излишние функции, чтобы сесть, там прыгнуть, все такое. Тут только вперед, назад, лево, право и бить, и все. Ну, и что-нибудь открывать и брать. Так, просто зачем мне прыгать? Может, разработчики что-то придумают, там запрыгивать куда-то? Потому что пока я не видел, что куда можно запрыгнуть. Ну, допустим, я на кровать, да, хочу запрыгнуть. Окей. Так, значит, ребят, тут ничего нет. Нам надо вниз, наверное, спускаться. Спускаемся вниз. О, подожди, а мы... Нельзя на улицу, да? Вон, нам намекают, что Слендермен должен был быть здесь. Я пройду эту игру. Кстати, по-моему, если ей в голову целиться, попадать в голову, то тогда вы быстрее ее убиваете. Потому что мне показалось, я сейчас с двух ударов ее убил. Так, обычно три. Вот в этих комнатах еще не были. Я думал, она закрыта. Тоже какой-то телефон. И больше ничего, по сути, нету. Так, пока никого нет, надо быстренько тут посмотреть. Блин, боже мой, да где? Да сдохни ты уже. Где остальные мишки-то? Еще три должно быть. Чего? Это отсылочка, знаете, на что? Это отсылочка, наверное, на
Гарри Поттера. Какой маленький злодей. Кто это такой? Ну он же под лестницей, да, жил. Ой-ой. Еще две мишки надо найти. Ну все, тут нету больше мишек. Возвращаемся назад. Как же ты меня бесишь. Сдохни уже. Так, думай. Там мы были. Тут... Мы точно тут все взяли? Тут мы взяли оружие. Может, как-то можно через стены пролезть? Ладно. Смысл, я захожу... я, по-моему, тут все хорошо внимательно посмотрел. То есть в открытые двери нет смысла, наверное, заходить. По крайней мере, мы довольно-таки хорошо стали их убивать. Ой-ой, а почему я вот в этой двери не был? А, она сама открывается и закрывается, да? Может, я здесь не был? Может, тут какой-то секретик? Я только сейчас заметил, смотрите, как быстро идет время. Очень быстро, и оно идет... А, ну да, вперед, я думал, назад. Время просто очень-очень быстро идет. Мне кажется, я уже постарела. Сдохни. Да помри ты уже. Ух ты, нифига себе. Как прыгнула. Так, допустим. Допустим. Нам все-таки сюда надо, да? Ага. Блин. У тебя такой голос. Ага. Смешной. Забавный. Слушай, ну я не знаю, где я буду искать их. Может, телефон что-то значит? Может, шкатулка что-то может значить? Я ничего не могу сделать. Взять тоже ее не могу. Да ну нафиг! Офигеть, какие хитрые! Смотри, где спрятали, за ванной. Но все-таки я невнимательно смотрел. Да помри ты уже. И у нас остался последний мишка. Ну-ка. Я уже знаю, какие вы хитрые, где можете спрятать мишек. Идем сюда. Так, он может где угодно быть, хоть за диваном, хоть еще где-то. Последний остался. Маленький гаденыш спрятался. Почему я не могу эту дверь открыть? Может, все-таки какой-то ключ? Ну вот тут ничего не лежит на полках. Блин. Ладно, поищу. Так, подождите, ну тут какое-то есть фото, может быть. Может, что-то надо с ним сделать? Ну, я ничего не могу с ним сделать. Взять тоже нельзя. Можно даже уворачиваться. Ничего себе, вот так. Хоба, хоба. Влево-вправо. Ребят, как я мог это не заметить? Офигеть. Я тут уже на два раза все перешарил. Серьезно. Я думал, по-любому в этой комнате что-то должно быть. Но я тут везде смотрел, тут нигде нету. Смотрел на ванны, тоже не находил. Да он вот он, под ванной, оказывается. Был все время здесь. Так, все, кажется, это победа, да? Новый левел? В смысле, какой новый левел? Нам сейчас двери, может быть, открыты? Может быть, эта дверь открыта? Так, нет. Что теперь? Так, все, теперь нам надо, я так понимаю, уйти победителем, да? То есть, спуститься на первый этаж... И все, и мы прошли игру, получается. Ну, почему-то двери закрыты. Возможно, это в следующих обновлениях будут дополнительные комнаты. Может быть, даже наверх будет лестница, на третий этаж. Ну, будет интересно. Ну все, давайте пробовать. Все. А, мы ушли, и Слендерина погибает. Видите, как все просто тут у нас. Прикольно. Джефф-убийца лучший персонаж ужасов. До свидания, Слендерина. Ну, в принципе, такая коротенькая игрушка. Блин, я бы, наверное, еще поиграл со Слендерином, хотя бы посмотреть.
Так, ну давайте попробуем за Сландерину поиграть. Просто я вам покажу. Так, как она будет выглядеть? Окей, вот такая вот Сландерина. Слушай, а тут другая совсем комната, офигеть. У Сландерина совсем... Не, вот это прикольно, я думал, та же самая будет комната. Оказывается, она в другом мире своем. Да, ножичком, конечно, сложно. О, бог ты мой, какая ты страшная. А ты не накрашенная, страшная, а накрашенная, возможно, даже еще хуже. Так, ну-ка, вид от первого лица. Подожди, а я не могу? Почему-то я не могу вид от первого лица сделать. Может, пока мы не найдем оружие, нам нельзя это сделать? Ну-ка. Прикол в том, что я не могу выйти. В чем фишка? А, вот, я вышел. Да, ребят, другая комната. А какая тут задача тоже что-то? 8 фото найти. О, тут уже крыса, смотрите. Какая-то крыса пытается нас убить. Совсем другие монстры. Сдохни, блин. Прикольно, тут совсем другие, ребятки, монстры. Ну-ка, мы нашли катану. Прикол в том, что я не могу переключаться. О, я могу лечь зато, нифига себе. Она может лезть. Ползком ползти. Так, правда, неудобно бить. О, нифига себе. Легко убили. Так, а что мы еще можем? Подожди, ну вид от первого лица нельзя, это не очень удобно. Мне нравилось, что я мог играть от первого лица. Это было очень здорово. Возможно, разработчики этот момент пропустили. Ладно, ребята, в общем, если хочешь, чтобы я поиграл за Сландерину, ставь лайк. Мы в следующей серии обязательно пройдем игру за Сландерину. Всем до скорого, пока-пока.